К другим темам. Охота на елку. В преддверии Нового года жители города стали участниками увлекательного квеста от радиостанции «Юмор-ФМ Саратов». В течение 2 недель до 25 декабря любой житель города может получить пушистую красавицу и целый мешок подарков. Что для этого необходимо, прямо сейчас расскажем в нашем сюжете. Слушайте эфир, услышьте эти самые координаты, местоположение нашей елочной бригады и скорее спешите туда. На волнах Юмор-ФМ Саратов началась предновогодняя елочная пора. Каждый будний день в прямом эфире ведущий радиостанции сообщает слушателям кодовое слово и местоположение елочной бригады. Пароль меняется ежедневно. Задача слушателей – добраться по указанному адресу как можно быстрее и получить свои подарки. Кстати, их количество в этом году значительно увеличилось. Тут и мешки с новогодними сюрпризами, наборы специй на год вперед, подарочные сертификаты и, конечно, главный символ Нового года – елка. Проходит она каждый год у нас с достаточно большим успехом. Ну, собственно, если бы не проходила без успеха, мы ее и не проводили. Каждый год подарков становится все больше и больше, елок становится все больше и больше. Вот в этом году мы уже не только первой пятерки, кто до нас доберется, дарим подарки, а уже десятки счастливчиков, самых шустрых, достаются от нас и от наших партнеров призы и подарки. Команда «Веселого радио» уже на месте. Установила опознавательный флаг и готова сообщить свои координаты в прямом эфире на волне 106FM. Сегодня мы находимся нашей мобильной бригадой у аэропорта. Ориентир у нас – панорама. Ну а кодовое слово сегодняшнего дня – снег. Не прошло и секунды, как первый победитель показался на горизонте. Мужчина бросил свой автомобиль и буквально помчался за подарками, опережая соперников. Пока ему вручали пушистую красавицу, около елочной бригады образовалась настоящая очередь из внимательных радиослушателей. Поднимался прямо на повороте, услышал кодовое слово и увидел флаг. Сразу остановился, был вторым. Самые шустрые охотники получили аккуратно упакованную елку и мешки подарков от спонсоров. Они также передавали приветы и поздравления, которые прозвучат в эфире радиостанции «Юмор-ФМ Саратов». У всех желающих есть возможность получить подарки от «Веселого радио». Главное – это внимательно слушать волну 106FM и приехать в первой десятке. Ура! Ура! Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.